Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня вас ждет моя маленькая Багирка. Она изобрела собачий поп-ит. Да-да, собачий антистресс. Не забудьте поставить ей лайк за находчивость и изобретательность. Кто подписался, особая благодарность. Для тех, кто хотел бы быть в курсе событий на моем канале и своевременно получать оповещения о новых видео, не забудьте нажать на колокольчик. Если нет рук, но есть зубы, делаем так. Поп-ит, который нашу Багирку так занимает и завораживает, что она забыла даже поиграть со своей подружкой. Гиперактивный ребенок нашел, чем стабилизировать свой психоэмоциональный фон. Игра с меланхоличной подружкой, похоже, перегружает ее психику. И наш маленький энерджайзер ищет, чем бы себя отвлечь и развлечь. Не зря психологи рекомендуют пожевать что-нибудь или перебирать в руках. Ну а если рук-то нет, а есть только зубы, то делаем так. Последовательные движения позволяют почувствовать определенную стабильность и устойчивость. Пеппа тоже решила полюбопытничать. Чем это здесь играет Багира? Две куклы. Совершенно две разные породы. Совершенно разный темперамент. Шустрые чихуашки. И такие спокойные, умиротворенные бешончики. Играй, играй. Как вы думаете, кто обычно побеждает? Пеппа или Багира? Вот Багира в три раза меньше, чем наша Пеппа. Но при этом именно Багира обижает Пеппу. Потому что она вся такая успокоенная, вся такая вальяжная, безобидная совершенно. Вот смотрите, скорость, с какой играет Пеппа, и как шустро действует Багира. Багира у нас красавица. Она будет очень маленькой,
где-то в районе кило 700, не больше. Очень мелкое, блестящее. Спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца. Ваши аплодисменты – это ваши лайки. Не забудем поставить нашей Багирочке лайк. Кто подписался, особый респект. Пишите комментарии, делитесь с друзьями. Ну и как всегда, встретимся в следующем видео. Здоровья вам и вашим любимцам!